26 мая 2014 года. Это, знаете, это жизнь как до и после. И работу потеряли, и попадание в жилье, переезжали в другой город. То есть очень много событий произошло, которые поменяли очень жизнь кардинально. Уже давно не лазили. Ой, ночевали, опускали подушки. На какое-то время это был наш дом. Тут у нас все перебито было. Стекла, пыль. Дверь сюда влетела в комнату. Ни печки, ни котла, ничего абсолютно. Коридора не было. Коридор у нас стоит. Я очень благодарна вот, ну, за то, что восстановлено самое основное. Это крыша, окна, двери. Как бы обстрелы до сих пор по сей день продолжаются. Дочь не понимала, что это такое. Теперь на любые звуки она реагирует очень плохо. Война детей сделала самостоятельными. Внутренние голоса меня не поправят. Тоже не сильны в географии, а значит, все правильно. Знаете, очень тяжело жить одним днем. Вот сейчас мы живем одним днем. Но когда мир, ты что-то планируешь, ты реализовываешь там свои мечты, планы. А сейчас этого невозможно сделать, когда идет война. День прожил хорошо, выжили хорошо, следующий день наступил. Мира надо нам, да. Очень нужен мир.